Привет, народ. Вот мы вышли на остановочке трамвайчика. Сейчас на такой красоте находимся. Ох, смотрите, Дубай. Вечерний. Наташа тут пристала к молодому человеку, точнее спрашивает у него, как нам пройти. Идем на GBR. Молодой человек еще вежливо остановился, показывает в своем телефоне. Ну, нормальный такой парень, в общем. Объясняет, куда нам идти. Смотрите, какая красота. Все, Наташа говорит, не проблема, нашла уже все. Thank you. Все, ты уже поняла? То мы сначала хотели пристраиваться за людьми, но потом Наташа подумала, что вдруг мы просто придем к ним домой. Это будет как-то глупо. А мы без этого, мы без подарка. Мы без подарка. Без тортика, без ничего. Ну тут такой движнячок вечером, да. Сейчас сколько? 8:30. Сейчас суббота. Такой уже выходной день. Выходной, у кого выходной, у кого не выходной. Да, у кого выходной, у кого не выходной. Ну, как у бы. Нас выходной? Так, сейчас вайпаю. Расскажу, куда мы идем. Куда мы идем? Куда идем мы с пятачком. А мы здесь идем никогда не были. Мы идем на GBR. Да, а GBR это что? Это Jumeirah Beach Residence. Ты же мне так и сказала. Молодец, как оно, память хорошая. Как оно переводится. Я не запоминаю. Ты знаешь, что GBR это пляж, просто все такая аббревиатура, GBR и все. Там, где много-много-много людей, еще водят верблюдов. Кого еще? Что есть колесо Айн, посмотрим. Ну, мы заходить надеюсь, не будем, потому что смысла особого нет. Уже все блогеры показали, что там, как это особого смысла нет? У нас билетов нет. Конечно, да, у нас билетов нет, смысла нет. Ну, тратить денег тоже смысла нет. В общем, просто идем мы гуляем по такому волшебному ночному Дубае. Пока надену масочку. Идем. В общем, идем вперед. Да, молодой человек, молодец, остановился, показал нам, помог нам. Да, трафик. Сильно это трафик. Трафик, джем, вообще просто все стоит. Ну, для Дубая, конечно, и улочка узкая, я тебе скажу. Ну, да. А такое, знаешь, такая брусчаточка, будто мы где-то... Хорватия, Черногория идем, серьезно. Кстати, да. Похоже, да? Город, да, сделали. Да. Ну и товарищи массажные ледис. Пожалуйста, столько визиточек. Оти-боти, оти-боти. Да, это не новость, не звоните. Не пишите. Не пишите, не звоните. Не оставляйте отзывы. Не попадайте в неприятности. Ох, просто трафик джем из людей. Здесь впереди трафик джем. Я уже вижу, вон. А, вон кусок колеса Наташа видит. Ну, идем уже. А тут сколько ребят, смотри. Ой, это что такое? Доставщик. Доставка Карим. Да. Вот, Сынька, мальчик твоя. Коцался о, немножко. Сынька, отпускай меня. Вон, доставщиков да? Сколько. О. Так, это мне зайдет. Ох ты, елки-палки. Ой-ой-ой. Берем ремешок и встал. Тут как-то так обходить еще. Отдыхать, да? Культурно развлекаться. Хорошо, что мы пешком с трамвайчика, с метро, потому что здесь такой трафище. Амбаш, Ротана, смотри, какая амбаш. Амбаш, может, это город или женское имя? Не знаю, амбаш такое имя, я не слышала, амбаш. Какая елка красивая. А, это она меняет. Давай мы пройдем, а тут сейчас это, заезжать будем. На парковку вообще-то. Стали на парковке, так мы на парковке на заезде. Смотри, какой цвет. Елочка, елка, лесной аромат. Каждый. А что ты не поешь дальше? Заберут, потому что нас до этого, понятно. До колеса заберут. Нас кормить нужно. Ох, какой красивый кабриолетик. Сейчас на капоте поедем, у кого-то чувствую. Еле вынырнули из-под колеса только что. Из-под другого колеса машинного. Это Ocean View Hotel. Ну, вон уже знаменитый Айн Глаз. Сейчас... Айн Глаз? Айн Глаз, да. Айн Карусель. Айс, он же. Он же Гоша, он же Жора. Он же Охо, да. Что ты? Hi girls, hi. Hi girls, how are you? Что-то они недовольны были, что я их сняла. Girls, которые. Потому что, понятное дело, я же не хотела произносить.
А чего не произносить правду? Вон они стоят. Thank you. Все, мальчик нам намашет. Нас намашет. Намашет мальчик. Говорит, вон ваш глаз, девчонки. Идем туда. Слушайте, я столько, прости, девочек, я и не видела столько. Куда пойдем? Не, идем сюда, идем сюда. Подожди, стой. Подождите, да. Приблизи, вот потому что они... Ну, хорошо выглядят, чего? Хорошо выглядят. Хоть и бляди, но хорошо. Ну, какие они нехорошо. А чего я не должна говорить? Они мне угрожают, а я должна... Да не угрожают, просто вякнули чего-то. Вякнули, слышишь, карабинеры. Из Африки. О, так, а куда же нам... Ох, красиво как. О, а я думаю, что нам не сюда куда-то. Нам нужно обходить аккуратненько. Опс. Подлетела. Я думаю, о, тут всякие сюда. Бутики такие красивые. Белая. Что это такое? Куда-то заезжают. Слушай, я думала, надо было к девчонкам прицениться, цену у них спросить. Может, лишь бы они добрее были. Мы бы их бы разрекламировали. А, не говори. Это парень, наверное, туда пошел. Мне кажется, туда или сюда надо. Давай посмотрим. Заведение. Какая-то аккуратно ноги, да? Не споткнуть. Ну красиво так, бла-бла, ну, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Качелька, так, что пишут? Центра. Ух ты, бла-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 бла. Пойдемте. Куда, пойдемте, туда? Ух, красота какая уже. Идем прям в красоту по каким-то бутиковым сторонам, бутиковым магазинам. Нервным женщинам, что работа у них нервная, вот поэтому кричат, не снимайте. Нам и охранники в молах кричат, не снимайте. Ну что ж делать, типа. Ну. Боже мой, это один профсоюз, что ли? Да, один профсоюз, блин. Точно. Хай. Ой, какой мальчик приятный. Thank you. Вот видишь, он нас не побил. Да. Еще вернулся за нами и показал, куда нам идти. Я такой впечатляю, что он переживал. Он смотрит на нас, мы идем или не идем. Мы вообще снимали просто как бы еще с женщинами общались из профсоюза рабочего. Не пасть. Ой, подожди, зачем я глупости говорю? Ой, все, давай смотрите. Красивая, вот оно какое подсветка. Красивое, прям приближаемся. Слушай, элементарно, к нему. В принципе. Я думала, мы сейчас будем. Ну как, мы еще не дошли, но тем не менее, я думала, такое что-то вообще непонятное, куда идти. Как, так, а ну расскажи, идти? Мы вышли на Эль-Собха. Мы вышли на Собха Реалити, ну это сейчас называется метро, Собха Реалити, перешли на Марина Таус, на трамвайчик. На трамвайчик, да. И куда и мы вышли? И через Джумейра Бич Резиденс 2. Джумейра Бич Резиденс 2, вот так называется. Да, и там нужно немножко вам попетлять. И получается, мы вышли, перешли дорогу, ой, пошли налево. Ой, машина какая. Пошли налево и чуть налево и направо. И потом шли прямо. Вот и все. Красиво. А там, смотрите, указатели. А, так это ж это Карлифт. Ну красиво. Столица. То есть не столица. Барбекю кому нужно, кто проголодался. А вот это и пляж, наверное, да? Идем посмотрим? Ну, конечно, идем. Ночной пляж. Хох, на ночной пляж идем, господи, народ. Господи, меня эти тёлки аж прямо... Тёлки, можно говорить? Да ладно, я что не знаю, что говорить. Ну, мало ли. Посмотри, между прочим, когда мы были во Вьетнаме в 2013 году. Боже, какие они милые. Мы жили прямо, то есть, можно сказать, в борделе буквально. Да. Они над борделем. Да, они занимали первый этаж нашего отеля. Какие приятные женщины. Это вообще. Палка. Они нас с нами здоровались, обнимали нас каждое утро. Желали нам хорошего дня, хорошей экскурсии. Вот, а тут такое... Ну, дубайские пожестче просто, пожестче. Слушай, я не знаю, если бы что, я бы не отмахалась. Там такие когти, там такие зубы. Там такие каблуки, чтобы мы убежали. А в Африку не хочется им ехать, вы понимаете? Это не то, что мне домой в Украину. Надо тут. Так, ну давайте покажем вообще вот просто отсюда вид, да? Как оно шикарно выглядит, да? Очень красиво. И пройдем сейчас по пляжу, тоже вам покажем пляж. Покажем ночью, сейчас естественно. Сейчас я ляжу. Покажем пляжу, сейчас я ляжем. А вот это Эдрес, да? Этот... Там самый высокий бассейн в отеле или как? Я уже не знаю, какие они себе номинали. Наверное. Ну, самое высокое, все самое вот лучшее, вот наверху, все самое, да, самое широкое, самое глубокое здесь. Да, пожалуйста, даже не думайте. Сказать, даже, прости что... господи, здесь самые злые. Да. Все же слово самое это здесь. Так вот уже бассейн, кстати, какой-то, видишь, тоже.
Так это какой-то надувный. Ну это надувная деток, вода наверное, какая, видишь, да? Это не тут ну мы детки идем покатаемся. Самый маленький бассейн для деток, да? Да, сейчас идем вперед. А мы по времени? По времени сейчас, ну не знаю. Какое-то тут шоу еще должно быть, мы хотим вам показать. Ну пока вот идем по пляжу гуляем, даже не знаю, где оно может быть. Вот люди идут навстречу, они, наверное, уже погуляли, может, они как раз идут на то самое шоу. Так, слушай, тут можно пройтись? А по песку ты хочешь? Ну, я не знаю, как ты хочешь пляж показать без песка. А, ну пляж пошли. Без песка? Ну, я думаю, что вот там. Ну, это как-то странно в Дубае, в пустыне пляж без песка показать. Только вот какую-то фантастику ты говоришь. Да. Вот, о, вот вертолетик это... какой-то. Это корабли стоят. Корабли стоят. Я хотела эту песню сейчас петь, кстати, да-да-да. А я забыла слова. Открыты, что-то там у них разбито, изумруды и бокал из-под вина. Короче, это я уже морожу что-то. Оставайся, мальчик. О, это реально суда, что ли? Или я не могу? Или это... Или отель, или суда, или что туда. Происходит? Не знаю, короче, да. Может, давай подойдем и ближе? Сейчас, подожди, еще покажу этот вертолет такой. Ух, класс вообще. О, вертолет. Так я, о, я его давно снимаю, Наташа вертолет заметила. Так, подожди, это что, переодевалочки, да, какие-то? Да, смотрите, это кстати. Платные, которые, да, по-моему? Ага, давай посмотрим. Удобные платные переодевалки. Туалеты. Ага, это платный душ. Душевые платные. А, 1, 2, 3, 4. Надо... Бросаешь монетку, тебе указывают, где жетончики, мыться. Жетончики, мне кажется, покупаешь. Ага, ой, такой. Плавочки. Классные. Да? Хорошие плавки, с тигра, кстати, висят. С мордой тигра. С тиграма. С мордой тигра. Ну вот, и год тигра, кстати. Ну, не знаю, надо было это плавочки судьба. Взять, конечно, да. Я не знаю, если тут человек забыл, он должен вернуться просто. Конечно. Мы не будем его плавки брать. Слушай, а что? Ну вон пляж уже. Пляж бесплатный, да? Поэтому вот это вот душ платный. Ну вот да, пляж сам себе бесплатный, как Ламер, да, как бы. Ну да. И надо было заплатить, наверное, лежаки за еду, за душ, за туалет. Ну, ну туалет, ладно. Туалет тут такое. Не, думаю, туалет бесплатный. Или тоже платный? Ой, да воду зашел тебе и тебе да туалет. Люди тоже, наверное, может, шоу дронов ждут, не знаю. Ну, давай увеличим. Я думаю, что это корабли, ты права, в принципе. Вот. Да не корабли это. Хотя, слушайте, мы только что ехали в метро не с женщиной, она на разных языках мира, то есть на трех, разговаривала с кем-то, и нужно там что-то было, что-то забронировать, но неважно. Да, в продолжаю. Итоге мы с ней встретились в женской комнате, и она так быстро бежала, ну, на один из языков был русский, и я ее спросила, а, значит, это... Вы откуда? Она говорит, из Узбекистана. А, из Ташкента? Я говорю, Узбекистан? Она, да, Узбекистан. Я говорю, а я думала, вы говорите на турецком. А она говорит, ну да, на турецком. Я говорю, ну как-то не похоже. Я думаю, говорю, а в Узбекистане турецкий язык? Она говорит, ну конечно, турки, узбеки, азербайджанцы, это мы одно и то же. Я говорю, боже, спасибо, я не знала. Вот где бы я еще в туалете узнала такие знания по географии дружбы народов. И она такая говорит, а я бегу на это, на круиз. Я бегу на круиз. Я говорю, ну приятно поесть. Я-то думала, вот это на часик загружают, да, музыка играет, покушать. Говорит, не, мы на 11 дней. Я говорю, далеко? А она говорит, по Персидскому заливу. Поехали с нами. Я такая, мы бы и поехали. Мы бы и поехали. Ну, на работу скоро. Вот. И что это за круиз, я даже не знаю. Уже хочется по странам Персидского залива за 11 дней. Да, было бы круто. Вот. Так что, и может быть, это и корабли? Да, они там стоят, они с той стороны. Вот пирс, наверное, или причал. Угу. Класс. Ну как класс? Все в огнях, все красиво, конечно, мигает, конечно, класс. Так что есть такие туры, круизы. Вот подзарядочка ромашка, да? Все, что вот ромашка, это, наверное, зарядка. Мы, ну, показывали в парке Эль-Забиль. Каштан, да. Ну, потому что я ромашка, я называю, ну, да, ромашкой. Все, простите, простите. Вот такое колесо. Что-то я думала, здесь рисунок будет меняться. Оно просто расплывается. Может, и будет меняться. Ну, нет, оно уже минут 10 не меняется. Ну, вот. Поэтому, как бы, интересно, кто там им сильно миготит, там им не мешает, там, когда они едут, чтобы ему там, ну, я думаю, немного меняются цвета. И один круг 40 минут занимает, да? Слушай, окажется, что не такой большой. И это стоит дофигища. А сколько дофигища? Ну, я укажу в субтитрах, но как бы уже многие здесь поездили, показали, мы посмотрели. Мы сначала хотели, а потом что-то решили, что нет. Решили не тратить денег, да?
Ну, пока не тратить денег. Может, через полгода, через годик там интересно будет проехаться. Сейчас уже все показали. Когда но... построят еще да, самое интересно. Высокое. Кстати, а на противоположной же стороне, вот там вот, где Крик, да? Да. Ну, тут все Крик, но тем не менее, где мы были, где фестиваль Мо, я так понимаю, вот там. Там же собрались строить еще какую-то башню, самую высокую. Но так как денежки закончились, вот эта вот штука бахнула, то пришлось немного отложить, но фундамент там уже есть. Угу. Ага, да. Короче, народ, это пляж, это вот там пляж. Вот залив. Пойдем, о, колесо, вот смотри, изменилось впервые, да, успокоилось. Если кто-то там застрял, я надеюсь, что с вами все хорошо. Движется? Один круг же 40 минут или час? Оно движется против часовой стрелки. А вот кораблик, на который можно покушать. Смотрите, можно покушать и покататься. Час-два где-то, в зависимости от кошелька, в зависимости от вашего желания. И от времени. Ну вот тоже вот ребята пришли вот сюда, вот думали, где сесть, потом куда-то они идут, не знаю. Может и на шоу, может шоу Мозгон. Мы не знаем пока, куда идти. Мы уже как бы порцию приключений получили и вам показали. Ну, вообще интересно, в принципе. Вот такой вот он GBR ночью, вечером. Прикольно, давай чуть-чуть вперед пройдемся, давай. Время еще пойдем, есть. Все эти люди на пляже лежат. Давай. Давай, да, идем. Наташа идет вперед, я иду за ней. Да, пойдем на... Да, давай. Народ, напишите в комментах, особенно как он проститутки. Будет интересно ваше что мнение. Не забанят нас за эти слова. Ну, конечно, что ты просто так вообще нет. Как и слово пи. Это слово это произносить нельзя. Ну, милые женщины, да, милые. Женщины есть, а слова нет. Да. Ну, я имею в виду эти. Попа есть, а слова нет. Да, ах, мы идем по сказке. Тоже такие прекрасные. Опять духи какие-то продают. Прекрасная кабинка для женщин, наверное, то было для мужчин. Смотрите, духи можно понюхать, приобрести. Это я не знаю, не даже спешите, какая фирма. Ага, да. Просто не спеши. Балбить! Какая фирма это? Я не вижу отсюда, Наташ. Oxygen Parfum. Не, я не знаю такое. Тату. Это тату, наверное, нарисованное. Вряд ли здесь будет. Нет, здесь бьют настоящие тату. Но прям, но это, прям вот такая очередь с детьми. Я думаю, что это шутка какая-то. Да. Да ну, конечно, это шутка. О, мороженое турецкое. Да, самый прикольный. Прикольная развлекаловка, когда человек пытается взять, да, класс, смотрите, ребенок расстроился, ну отдайте уже ребенку, ну что же вы не отдаете, молодой человек, да, нет, это самый прикол, конечно, ну все, я бы эту палку бы схватила, если честно, ну что такое, ну отдавайте уже-то это. Ну давай уже. Опа, упала. Ну что ж такое, не знаю. Есть институт какой-то по обучению. Класс. Ах ты, посмотри. Нет, ну это издевательство, конечно, вообще. Еще есть пачка. Ребенок расстроится и забыл мороженое уже не хочет. Не, ну мужчина, не переигрывайте. Я бы уже... Браво! Я бы уже, честно, мороженое бы и не хотела бы уже. 28 дирхам. Нет, 28 дирхам за такое издевательство. Ну ты что, ну это вообще. Это же классно. Кстати, когда ехали, я хотела мороженого поесть здесь. Ну как-то так прохладно, что уже не хочется мороженое, честно. Ну значит не хочется, и поэтому мне не хочется. То есть, нет, серьезно, ты хочешь мороженое? Да нет, сейчас. Ну, ты может быть. А может, какое-то вот такое еще? Ну, кому это интересно такое же? А, ты такое хочешь, чтобы с тобой деньги. Дядя поигрался, да? Да, надо поторговаться, спросить поторговаться. Это ж Турция. Это ж Турция. Давайте мы с вами поторгуемся. Как Маха вчера сказала, почему эти турки похожи все на египтян? Вчера с подружкой гуляли в моле, покажем обязательно это видео. Она египтянка, да? Да, она египтянка, ну, такой человек, с которым мы сильно дружим в Эмиратах уже лет 5 или больше. Кстати, да. Смотрите, как обычно, в Дубае, наверное, самая длинная GBR, да? И не заканчивается. Что-то мы идем уже? Ну да. Нет, так это только началось. Ну давай еще минут 5 прогуляемся все-таки. Да. И туда, обратно, туда, поэтому. Так, красота. Ну, очень-очень много людей, конечно, и это классно. Такое создает ощущение такой живости. Кстати, многие без масок, как будто уже ничего и нет, все закончилось. И
Иногда задумаешься, что, может, ничего и не было всей этой фигни. Ну, как-то все равно. Все-таки надо беречь себя. Ну да. Так, ну, в принципе, куда мы идем? Ну, в принципе, здесь снова то же самое, где и везде, где и на Марине. Кафешки, кальяны, кебабы, шаурма. В общем, покушать, все такое, да. Попить. Потанцевать. Ну, красиво, конечно. Красиво. Да. Просто ешь и наслаждаешься здесь тем, танцуют, что... Здесь не танцуют, правильно? Здесь в других местах. Ну... Да, мы же как-то рассказывали, что один мужчина в метро потанцевал, и его оштрафовали. Не, он даже потанцевал и спел. У него и душа радовалась, но его оштрафовали. Ну, в общем, будьте осторожны. Художественное творчество в определенных местах. Нечего. В публичных местах без разрешения эмоционально себя вести. В общем, как-то... И это в Дубае же было, правильно? Да, в Дубае, в Дубае. Ну, метро только в Дубае. Такое у нас сегодня познавательное видео, как приехать на GBR, как погулять, как рассердить девчонок, работающих здесь. В общем, да. Они бы написали бы, знаешь, типа это, нельзя. Писали бы, don't make photo, photo not allowed. Что я кричу, это, но там, я же ничего такого не кричу. Или написали бы наоборот, one photo, $10, ну, неплохо же. Ну да. Ну да. Вот, кстати, с трансвеститами мы в Таиланде за $1 фотографировались, и ничего, ну нормально, проблем, как бы. Да. Люди зарабатывают, ну все, все хорошо. Ну, да, мы бы сделали фото и маме с папой отправили. Ой, что это такое? Мама с папой бы не порадовались, а, я думаю. Вон, смотри, о, мороженое. Это вот вкусное мороженое. Ой, ой, народ, это классно. Вот я вот такое бы и хотела. Вот оно, смотрите. Выглядит. Это очень вкусное мороженое, действительно, это как даже вкусы, манго, пенка и такая, какао, да, такого и... фрукта. Да, вот это бы я поела, а вот то, что дядя поиграется, мне что-то не очень. Но если ты выберешь дядю, ну, а конечно... А сколько он интересно играется, Марк? А может... как ты ему понравишься, я да? думаю? А кому-то он так на и отдал. А платить когда? Вот понимаешь? Если платить потом... О, у меня есть тема, ребята. А давай также с денежкой поиграемся. Ну, да. Ты ему даешь, забираешь. Да. Я ему карточку даю, забираю. Даю, да. Оп, падает снова. Да. А вот тебе раз и это, и 100 дирхам снимает. Смешно. Отдам потом в следующем году. С Новым годом, да? Поздравляю. Поздравляю. Ну что, будем идти, может быть, к этому? Еще я так буду далеко идти. Да, ну давай тогда пройдемся. Колесу. Обозреватель. Пойдем мы к колесу. Пойдем. How much? Что? Говорит, говорит, very nice. Very nice, говорит. Хорошо, ну давай. Говорит, фисташки, ваниль или клубника. Ванила фисташо микс. Very good. Ванила фисташо микс. А how much mix? 28. 28? One price? Yes, one price. Okay. Ладно, давайте. Yes, да, ну давайте, давайте сейчас посмотрим. Ну давай. Yes, madam. Я тебе не верю. Не, ну что это такое? Ну что такое? Наташа. Как ты это сделала? Наташа очень нервничает, видимо, что это вообще. Ну что это такое? Теперь он с тобой не хочет играться. А, ну правильно, правильно. Сейчас Наташа сняла маску, это я беспокоюсь просто за мальчика. Наташа сейчас разбежится и съест все мороженое. Наташа, давай, настройся. Со мной неинтересно, я выполнила. Да, он такой, ладно. Роуз, thank you, Роуз. Роуз тебе сделал, ну молодец. Не, мальчик очень хороший, молодец. Как он это делает? Ну, это молодой человек, просто... Как они этим не парятся вообще? Ну, это красиво, это красиво. О, с бьюти. Наташа так хотела поиграться.
вкусная, да, берем. Но мы же не платили еще. Да? Ну, тебе видно. Все, мы пошли, бай-бай. А теперь платить держи, надо. Да. Теперь... молока. Из самой Турции приехала. Оно тянется, мороженое вкусное. Оно реально тянется. В общем, пока покушаем видео. Видео покушаем? Да, покушаем видео, покушаем мороженое. А мороженое пока покажет вам интересное, да, что-то. Но вы оставайтесь с нами на канале. Ждите следующего видео. Надеюсь, мы дойдем и найдем то шоу, которое мы вам покажем попозже. Да. Все. По-моему, мальчик был недоволен, что я ему поломала одну вафлю. Подписывайтесь, всем пока!